августа на Ямале выявили 94 случая коронавируса, а Новый Уренгой снова лидирует по количеству заболевших. Подробности в нашем первом материале. За последние сутки ситуация вновь изменилась. Количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, уменьшилось. Теперь их 15. Один по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Также уменьшилось число больных под аппаратом ИВЛ. Их стало 11. Что касается новых заболевших, это 29 вахтовиков из других регионов. Остальные 65 случаев в населенных пунктах. И стоит отметить, что теперь люди заражаются только в крупных городах Ямала. Регион начал приближаться к отмене режима самоизоляции. Ведь коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,88. По рекомендациям Роспотребнадзора для снятия второго этапа ограничений коэффициент должен быть ниже 0,8, при условии, что он будет держаться в течение 4 дней. По России ситуация практически такая же, как и на 4 августа. Из всех заболевших 133 человека погибло, а вот новых более 5000 человек. Какую статистику покажет нам завтрашний день? Будем держать вас в курсе. Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.